Привет, дружище, с тобой, как всегда, я. Сегодня разберем аниме «Тетрадь смерти». Разберем, почему же все же Лайт психопат. И ошибки разберем. Ну, и мы начали. Ну, первое, вот вы сейчас видите, зачем он убил этого Лиден Тейлора. Зачем вот, ребята? Ну и вообще, вот в начале куча ошибок сделал, он засветил свое местоположение, что он находится в Токио. Он мог бы убивать одних челиков с разных стран и разные смерти придумать. И вообще, никто бы и не подумал, что есть такой чел, который вот так вот убивает людей. Так что это тупость. Теперь объясню вам, почему же Лайт все же психопат. Ну, все просто, ребята. Кстати, психопатом был с самого начала, но вот эти все качества просто усилились. Рассказываю. Короче, тупо начинают убивать рандомных челиков. Вообще, с самого начала он как бы не так убивает рандомных челиков. Он больше типа преступников убивает, но... Рассказываю. Большинство преступников... Это люди, которые, может, и случайно попали туда за решетку, или, может, просто осмыслятся потом. Нельзя так убивать людей. Это психопатизм. Психопатия. Это просто... Это ужасно. Потом он убивает своих же. То есть он просто убил Такаду. Зачем? Он убивает всех просто налево и направо. Это абсолютно неправильно. Это показывает, насколько он психопат. И был он им сам начинал. Я не понимаю людей, которые пишут в некоторых роликах, там есть альтернативные истории тетради смерти. Почему пишут, что типа, ну, Лайт победил и все. Это же, в принципе, сравнится с тем, что если бы там тот же Гитлер победил бы Вторую мировую войну. Ну, очень серьезно. И вот это он рассказывает сам этот вот, что типа он убивает преступника. Так он сам и является типа преступником, потому что по сути он убивает всех налево и направо, и каждый человек бы боялся его, если бы он выжил бы. Это кошмарно. И кстати, интересно то, что после уже где-то через год в этом мире пишется, что все заново, ну, опять преступность и все, типа это все бессмысленно, то есть его же план на самом начале был провальный, вот, потому что невозможно убить всех преступников, это полный бред, вот вы понимаете, это полный идиотизм, насколько показывает его психопатию. Есть, кстати, информация, сколько он убил человек, так он убил примерно 270 тысяч человек. Вот вы вдумаетесь, 270 тысяч человек вот просто погибли. Не все это были там какие-то кровожадные преступники. Некоторые люди, там тысячи людей, может, это были преступники, которые случайно попали за решетку. Вот вы понимаете, да? Это, по сути, террорист. Вот, это ужасно. Вот, также он убил Такаду в 35-й серии, просто зачем, она ему помогала, она была за него, и он просто ее убил. Также сейчас докажу, почему он совсем не умный, а тупой. Получается, ну, я это рассказывал в первых сериях, он сразу себя выдал, что есть такой человек, который убивает с помощью тетрадки. Дальше выдал себя тем... выдал себя местоположение, выдал, что ученик, скорее всего, ты или студент. Короче, тупо все выдал. Так бы он мог убивать бы всех и все. Вот, так что бред это полный. Потом налево-направо убивает всех. Вот. После 25-й серии он вообще себя возомнил, что он этот бог какой-то. И делают кучу ошибок снова. И поэтому его ловят. И даже когда он в конце признается, ну, это уже все. Вот, 37-я серия, это все это уже вверх психопатизма идет.
это жесть полная. Вот так что, вот так вот. Психопат, психопат. Я не понимаю, как можно, как может нравиться такой герой. Он вообще ужасен. Эл лучше, чем этот Кира, потому что Кира, он убивает всех просто налево и направо. Да, это кошмарно. Там можно сравнить с какими-то убийцами серийными. Даже хуже. Вот, ну, сам бы, как всегда, я коротко рассказал по пунктам, почему же этот Кира является психопатом. Вот, ты подпишись. Поставь лайк. Ну что ж, пока.